в основі витоку тої кризи, яка торкнула українське суспільство, цієї політичної кризи, лежить безкарна політична корупція. Корупція як метод, яка ставить за мету узурпувати владу, ігнорувати національну конституцію, дію законів. Кінець кінцем мова йде про права, свободи кожного із 48 мільйонів українців. Мы не против Востока Украины. Мы против того беспредела и дерибана власти, который происходит с Януковичем и Морозом. Тем более Морозу нужно вообще-то помнить, что если бы не Ющенко, неизвестно, где бы он был бы вообще. Поэтому мы просто защищаем, скажем, нашу позицию, демократическая молодежь. Львов, Восток Украины, Ялта есть, Киев. Мы просто отстаиваем свою точку зрения, право на существование, право на демократический образ жизни.